Сегодня из-за морозов ученики начальных классов Улан-Удэ вновь не пошли в школы. Это уже третий день подряд, когда учащиеся сидят дома. Холода от минус 33 градусов утром держатся в столице Бурятии со среды. Сегодняшняя температура всполошила немного и родителей. В отличие от двух предыдущих дней, у ребят был дистант. Вот как ситуацию прокомментировали в Комитете по образованию. В период низких температур занятия для учащихся проводятся с использованием платформы Сферум. У каждого педагога есть чат, где он общается со школьниками. На этой же платформе размещены тесты и учебные материалы для подготовки домашнего задания. В комитете отметили, что определение формы обучения для школьников – это полномочия школы. Но учредитель, то есть комитет, может рекомендовать дистант, например, из-за подъема ОРВИ и гриппа или неблагоприятных погодных условий.